Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как HCX Pay. HCX Pay – это частная монета и умная контрактная сеть, питающая потребительское приложение и рынки. То есть сеть позволит значительно снизить затраты на покупку и продажу инвестиционных, страховых и медицинских продуктов и услуг. Бизнес-модели оплаты HCX получает доход от сборов за обработку транзакций и токен, который используется на их блокчейне, называется HCXP. Это будет токен использования и утилиты. То есть команда данного проекта имеет очень большой опыт запуска платежных технологий и работы внутри организации мирового класса, включая такие проекты, как Fidelity Investing, также IBM, Microsoft, Consensus и многие другие. А какие же особенности будут у данной сети? Ну, во-первых, это то, что транзакции и оплаты не могут быть связаны между отправителем и получателем, включенным двумя ключевыми скрытыми адресами, чтобы скрыть уже назначение оплачиваемого адреса. А также HCX Pay использует переводы технологии, чтобы включить события, время, поведение, человеческие данные и также IOT-активность на основе выплаты с доверенными Oracle. Также компенсация будет включать в себя токенизацию, автоматизированные выплаты на медицинском соревновании в Non-Medical Wraps Rounds. И они будут грамотно подстраивать свои параметры на основе исторических данных. У проекта есть свои преимущества. Во-первых, то, что здесь будут конфиденциальные платежи, то есть это без риска для третьих лиц, снижение транзакционных сборов. Ну и, конечно же, доверенный и авторитетный анонимный свидетель для проверки реальных событий, вынесения решения по определенным условиям смарт-контракта и нотариального заверения криптографических транзакций. Также будет незначительный риск отслеживания, то есть незначительный риск отслеживания деловых операций, новые события, активности, опыт оплаты на основе результатов и более эффективные и менее затратные процессы выставления счетов. Ну и, конечно же, это инвестиционная сеть операторов узлов для обеспечения максимальной безопасности. То есть проект снижает затраты и трения, связанные с потребителями, ощущимыми услугами за пределами своей родины, включая выплаты, сделанные на основе проверяемых результатов и выполнение протокола. Больше потребителей и работодателей будут искать более дешевые и частные розничные или виртуальные медицинские консультации для экспертных и срочных консультаций по уходу, которые по прогнозам вырастут до 50 миллиардов долларов во всем мире промышленности уже к 2020 году. Есть три способа получения токенов, да. Ну, во-первых, это аренда управляемого майнинг-узла, то есть они делают управление майнинг. Они будут делать за нас всю работу. Будет, конечно же, преимущество у ранних майнеров. Локап токенов будет у нас монета на 6 месяцев. И получается доход у нас 600 долларов в год. И это открыто для всех. Также есть обмен покупка. То есть это они планируют несколько бирж. Да, чтобы выйти на несколько бирж, также активно торговать или инвестировать, открытый рынок и биржевые торговые сборы. То есть торговые пары в битке, эфире и доллар. Ну и соглашение о покупке, то есть это частная оптовая покупка, лог на 12-36 месяцев и только для инвесторов, которые будут инвестировать в евро, долларах или шкиди. Также обязательно прочтите их white paper, да, подробный доклад, изучите, в описании к видео будет ссылочка. Ну и давайте посмотрим еще их дорожную карту. То есть вот дорожная карта проекта, она сделана до
2020 года, до середины года. И здесь расписано все, что они планируют сделать, да, то есть выходит бета проекта, далее идет уже полная разработка и уже выпуск основного продукта, да. Это все в 2020 году. Также зайдите и изучите. Также здесь у них есть таблица распределения и блокировки токенов, да, когда что будет у нас разблокировано, в каком квартале, сколько, тоже можете все изучить, все детально расписано. То есть тут получается 10-25% всех команд, советников, партнеров выделяет социальные цели. Не сразу будет все разблокировано, а постепенно. Ну, здесь все прописано до 2023 года. Также у них есть свой кошелек, можете его скачать, да, или зарегистрироваться. Вот он есть в Эксплойере. Я уже его создал. Ничего сложного. Просто здесь мы видим все наши, это Эксплойер, да, видим все транзакции по кошельку. Ну и также вы можете его установить, зарегистрировать новый. У меня уже он создан. Там будет вам дан пароль из нескольких слов. Сохраняете его и потом уже по нему будете заходить. Ну, то есть секретная фраза ваша. Также команда проекта. Как мы видим, на сайте представлена небольшая часть информации, их биографии. Также у каждого имеется ссылочка на LinkedIn, куда вы можете перейти и ознакомиться с их биографией уже более детально, изучить ее, чем они занимались, в какой области работали, ну и так далее. Обязательно переходите и изучайте команду проекта. Нажимаете на изображение, да, его фотографию и переходите на LinkedIn, и там уже смотрите всю информацию о биографии. Вот это опыт команды, то есть вот эти все проекты, в которых они работали, такие как Skype, Microsoft, Honeywell, HealthUp, ну и многие-многие другие, Digital River. То есть опыт у них очень большой. Проект достаточно интересный, поэтому я советую вам обратить на него внимание. В описании к видео я оставлю ссылочки на их сайт, также на их соцсети. Обязательно заходите, присоединяйтесь к соцсетям, чтобы следить за проектом. Ну и, конечно же, прочтите их white paper, чтобы разобраться более детально. На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.